Снайперские винтовки, приемы рукопашного боя и катания на багги. Территория инновационного культурного центра превратилась в зону военной подготовки. Здесь прошел фестиваль, посвященный 90-летию ДСААФ. Подробности у Никиты Нехорошкова. Это в 100 раз круче, чем в магазине игрушек. От этого стола малышей не прогонит холодная погода, да и мамам не оторвать. В руках маленького Алёши Сивкова сегодня побывал каждый автомат и пистолет. Военное дело мальчику особо интересно. В будущем хочет пойти по стопам дедушки, который служил на флоте. Готовится основательно, дома уже есть свой арсенал. Очень много тоже пистолетов. Не настоящих. А настоящий сегодня первый раз пришел? Да. Пистолетов мы не видели еще столько настоящих. Будет стимул идти в армию. Лучшее из вооружения российских спецподразделений от пистолетов и автоматов до пулеметов и снайперских винтовок. Например, это ОСВ-96. Эта боевая подруга не раз выручала российских бойцов в войне в Сирии и в Чечне. Она способна пробить с расстояния километра насквозь не то что дом, боевой танк или гаубицу. Но хороший боец обязан не только метко стрелять, но и мастерски владеть приемами рукопашного боя и уметь быстро и эффективно отразить атаку неприятеля. На фестивале это показывают воспитанники клуба «Зеленые береты» из Новой Утки. Перед десятками первоуральцев они разыграли боевую операцию по отражению атаки на пограничную заставу. Угроза отражена. Эти школьники действуют как полноценные бойцы армии. Клуб существует уже 4 года. За это время его основатель Александр Попов, сам в прошлом пограничник, воспитал 40 юношей, которые умеют все, что доброму воину нужно. Быстро собирать автомат, ориентироваться на незнакомой местности и защитить себя физически. Курс молодого бойца они уже проходят. Они уже готовы фактически к армии. И у меня очень много выпускников поступает в военное училище. ДОСААФ, или Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, когда-то из-за задумывалась как посильная помощь вооруженным силам. Спустя 90 лет Свердловское отделение объединения ведет плотное сотрудничество с десятками военно-патриотических организаций. В Первоуральске к этим первичкам также относится Федерация автоспорта города и клуб собаководов. Все для того, чтобы на защите страны в любое время была достойная смена. Мы стараемся готовить максимально, чтобы люди, приходя в армию, уже имели профессию. Тем более, что срок службы в армии уменьшен до года, да? И когда приходят люди уже готовые, им проще, легче и государству выгоднее. Несмотря на мороз и ветер, юбилейный фестиваль собрал больше сотни посетителей, и большинство из них дети. Возможно, что к следующему юбилею ДОСААФ уже они будут знакомить публику с новым вооружением армии и рукопашными приемами ведения боя. Никита Нехорошков, Дамир Харисов. Новости, Первоуральск.